Здравствуйте. Заливал вот Супротек для очистки двигателя. Что-то не знаю. Гидрики так стучат. Вот купил масло теперь другое. Genesis попробовать от Лукойл. Сейчас залил его. Еще не заводил. Поставил фильтрик новый. Обязательно в фильтр нужно масло залить. Так, уровень масла должен быть. Не видно. Вот на середине вот этого. Тут верхняя точка, тут нижняя точка. Вот. Так, ну поезжу. Потом расскажу, как это вся масло едет. Нормально едет. Нормально. Всем спасибо, всем пока.